Ксюша, а ты грамотный такой коктейль поставил этому Нарику-то? Передоз как распознал? Пилот. Он живой? Живой. Да. Есть работа для тебя, там надо прокапать человека, снять, так сказать, постнаркотический синдром. Ну ведь наркоманов прокапывать не дому нельзя по закону. По закону нельзя. Врачок, у этого дистанция 3 метра. Вам лучше уйти. Да вы мне полруки оттяпали. Думать надо было, прежде чем ширяться. Домой поедешь? Я тебя умоляю, работать будешь. Но в базе уже написано, что у тебя руки нет. Скорее всего, это видит Седок Сабар. Это же Алка. И у нас с тобой 6,5 миллионов подписчиков. Ты опять нюхала. Если его постоянно прокапывать, она подсеет на капельницу. Тебе же хуже будет. Мне плохо. Помоги мне. Я не наркоман. У меня временные трудности. Я больше не буду употреблять. Не твоя забота. Ты приехал, прокапал, уехал. Все. Ты хочешь мне помочь? Я не наркоманка! Машина! Ты заколебал! Ну, я тебя, в принципе, понял, братан. Потрясающе.